Не только природное удобрение, но и ценное топливо. В Новоскольском районе запущена котельная, работающая на отходах птицефабрик. Инновационный подход к решению экологических проблем нашла компания «Приосколье». История, которая трогает за душу не только зрителей, но и актеров. Вот это, наверное, первая роль, которая для меня дается как бы тяжело. В Белгородском кукольном театре готовятся к премьере спектакля «День, когда я встретил ангела». 26 городов, 4000 участников, десятки стилей. Жемчужина КМА в 9-й раз приняла кубок стран СНГ по современным танцам.